Всем добрый день! Всех поздравляю уже с новым наступившим годом! Всем желаю крепкого-крепкого здоровья, всего самого хорошего! У нас сегодня уже 1 января. Дети, кто чем заняты, кто домиком играет. Света играет Ваниной машинкой. У нее детство маленькое. Ей понравилось катать ее. Кто что занят, но мы хотим сейчас что сделать? Чай попить с тортиком. Что-то ничего дети такого не хотят. Вчера столько всего наготовила. Вот я не умею мало готовить, понимаете? Что потом получается, что у нас стоит нас еще несколько дней все это. Ну ладно, не об этом. Сейчас будем распаковывать тортик и будем пить чай с тортиком. Вот такой вот у нас тортик. Я вчера покупала его. Наверное, не смогу так разделать, да? Так, сейчас раскрою и покажу вам. Вот такой вот красивый у нас будет тортик. Сейчас разрежу и дам деткам, пусть кушают. Сегодня на улице хорошо, тепло. На столе еще, извиняюсь, тут бардак, еще не прибрали ничуть. Посуду не помыли, надо помыть. Ну, вот такой тортик мы сейчас будем кушать. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас новый день. Ну, это не влог будет, это просто вступление. Я еду до своей любимой крестной поздравить ее с днем рождения. Взяла подарок, сама оделась. Представляете, капронки одела. В коем веке, думаю, хоть как-то нарядиться, что ли. На Новый год сидела в штанах, зато потом одела капронки. Ладно, едем до крестной, поздравим ее с днем рождения. Всем привет! Я уже съездила до крестной в гости. Отойди! Отойди! Поздравила ее с днем рождения. Посидели немножко. Пришла домой. Сейчас Оксана у нас тут посуду помыла. Надо поубирать на столе все, что она вымыла, убрать. Катя, унеси, пожалуйста, это отсюда кисточки. А то рисовали, опять оставили. Сразу говорю, эти дни вообще ничего не снимала. Сидели с детками. Детки играли, поэтому вообще ничего мы не снимали. Отдыхали, грубо говоря, так, от праздников от этих. Пить мы не пили. Нет, 31-го, конечно, я бокал шампанского дома выпила, потом сходила у Снежи родителей, поздравила. Там тоже бокал шампанского выпила. На следующий день я отходила от этих двух бокалов шампанского. У меня так сильно болела голова. Потому что я не могу, я когда пью, я потом очень долго отхожу, да. Что? Ваня, и у тебя болела голова? Иди в комнату, там пей лекарство. Иди там чай попей, конфетки поешь. Сегодня прихожу сейчас домой от крестной, мне дети говорят, мама, папа Ксюшу выпустил. И Ксюша по комнате там ходит. Ну, она как бы далеко не ходит, но так немножко гуляет. По комнате. А что эти достали? Кто их достал вообще из холодильника? Катя, одень маме, пожалуйста. Иди одень футболочку и шортики. Давай. А то ходит голожопый. И сейчас вот так само посуду помыла. Надо все поубирать лишнее со стола, чтобы на столе порядок навести. Потому что мне не нравится, что вот они тарелки даже никто не может убрать. Никто не может убрать тарелки. Мама сейчас уберет все. Поубираем и будет чистый порядок. Чистота и порядок. Напишите, как вы провели Новый год. Да, многие спрашивают, что подарили мы детям. Я это на видео не снимала. А эту что тарелку не помыла она? Не стала снимать, потому что я знаю, что напишут опять плохие комментарии по поводу того, что вот как дети дикошары налетели на подарки и всякое такое. Она светлая, бери, пожалуйста. Поэтому я не стала. Иди. Катя, футболку ему одень, он футболку просит одеть. А, носки так достань. Там в шифонере новые носки лежат. Иди ищи носочки. И поэтому я не снимала то, что подарила я детям. Но я так могу сказать. Для Светы подарила я шампунь, маску для волос и духи. Иди, подожди, мама сейчас придет и найдет. Раз не могут старшие найти. Потом Катя у нас что получила?
С Германии она получила духи. Потом что еще Катя у нас получила, Свет? Не помнишь? А, кружку от брата получила, кружку. Катя, иди сюда, что ты получила на подарки? Духи, кружку. Что-то еще она получила, не помню. Потом Маша у нас получила конструктор Лего. Также Маша получила... Маша, Катя, ты что на подарки получила? Кружку, духи с коробочкой. Что еще? Печенье. А, ну формочку для печенья. Что еще? Все? А? Все? Нет. А что еще? Три этих тетради. А, да, тетради она. Во, я вспомнить не могла, что ты получила. А, так, Маша у нас получила конструктор Лего. Что еще Маша получила у нас? Скакалку, да, с Германии прислали. Она скакалка ей была. И что-то еще ей от брата было. А, ну от Лего. А покажи, кстати, какая кружка. Покажи. Не чай пошел пить. Ну да, я покажу. А, брат подарил вот такую вот ей кружку с фотографией, а тут написано «Любимой сестренке». И вот фотографии такие. Она, когда наливаешь туда кипяток, она светлая становится. Мы тебе потом, Илюша сказал, подарит. Потом, что у нас Оксана получила? Оксана получила раскраску, голову крокодила. Потом, что еще? Куклу она просила, получила. Фломастеры получила. Ваня, иди футболку одень. Так, дальше, что у нас получила? Марина у нас домик получила, который она просила и который мама со Светой ей ночью собирала. Так что подарки все получили. А что мама от детей получила на подарок? Мама от Ильюши со Снежаной получила подарок утюг. Утюг я вам фотографию позже покажу немножко. Но в целом получила утюг. Ну а яблоки выложить. Яблоки мытые так и положили сюда. Мама получила утюг. Что мы еще готовили, помимо того, что вот я показала, некоторые написали, вот какой позорный стол. Ну, ребят, если вы икру привыкли есть, извините, пожалуйста, мы икру не покупаем, так как у нас таких возможностей больших нет, чтобы икру купить. Мы покупали вон эту, да, икру какую-то там дешевенькую. Но дети ее до Нового года еще съели. Илюша, как вы видели, покупал бутылку шампанского, но мы по бокалу выпили и все. Потом я сходила, поздравила Снежаниных родителей. Домой пришла, и мы начали в игры играть разные. Давай я покажу. Видите, вот тут вот, вот она воды столько налила. Давай я побольше налью, чтобы видно было. И она сейчас будет менять цвет, эта кружка. Тут такая фотография. Ты зачем так много налила? А потом отольешь, ничего страшного. Видите, и она меняет цвет. И тут написано «Любимой сестренке». Вот такая вот кружка от брата ей. Ну, ручка только розового цвета остается. Возьми, отлей вот в эту кружку, да и все. Тебе чай надо? Чайник принеси, мама сделает чай. Неси, иди. А, Ване мы вот такой стакан подарили с котиком. Ваня получил машинку на пульте управления, которую прислали нам с Германии. Ваня также от брата получил набор животных домашних и диких, по-моему. Там хорошие животные, потом вам все это покажем. Ну, попозже только немножко. Потом, что еще получили они у нас? Короче, подарков они получили много. Так что не пишите ерунды всякие, что... Даже ничего не показала, что детям подарила. Потому что я не хочу. Я знаю, что напишут гадости опять. Что дети дикошары, что дети налетели на подарки и тому подобное. Дети! Да. Домик, машинки, да, животные. Да, получил ты? Ильюша потратил на подарки нынче тоже много. Баночку так и не добыли, но надо помыть ее. Так что... Я на следующий день не пила, потому что я не могу так. Я если один день даже бокал выпью, потом на следующий день я лежу лёжкой, потому что мне плохо. Я вот и лежала первые часа лёжкой, можно так сказать. Дети уже играли в монополию. А, миллиардер, игры настольные с Германии, которые приходили, плюс я миллиардер игру.
Ну, пюре, хорошее пюре. Пюре сварено, еще салат еще даже не доели. Я, кстати, это папа хочу. Сегодня вообще-то пюре варил. Так. Тут еще селедка под шубой даже есть. Будешь селедку под шубой есть? Катя, нет. Ты зачем камеру закрывала? Тут еще он селедка под шубой. Ваня говорит, как, а Ваня вообще ничего не ест. А я хочу поесть. Я хоть крестные съездила, но я есть хочу. Ну, посидели сейчас у крестных, просто чай попили, поразговаривали, давно не видались уже, поэтому вот так вот. Ладно, ребят, вот такой вот у нас был день, вечер. Сейчас чуть попозже покажу, какие вообще дети. Ну, вот кружку я показала, потом покажу, что дети получили на подарок. Если интересно, то оставайтесь с нами. Так, что я подарила Свете? Вот такой вот шампунь ей подарила, потому что она ее просто любит, и ей хорошо это шампунь. Потом и вот такую маску, еще духи были. Ваня, собери, иди всех животных сюда. Сейчас мама покажет твоих животных. Вот это вот подарок, это от Ильюши со Снежаной был. Что это, Света? Скраб для тела, вот написано. Скраб для тела, вот такой вот там стаканчик. Открываешь, а внутри скраб лежит. Потом дальше тут патчи для глаз. Маска такая, 3 в 1. Маска такая. И вот такая вот маска. Все в красивой коробочке. Это от брата со Снежей были подарки для Светы. Света, где духи, которые я тебе подарила? Где? Нету? Не было в коробке духов? А вот они, вот они, вот они. Да, вот такие вот духи вот я еще Свете подарила. Они очень вкусные. Дальше. Ваня тут таскает свои игрушки маме. Света, отодвинь, пожалуйста. Ильюша подарил вот такие вот наборы с животными. А где еще животные? Иди еще собирай. Там, короче, их много штук. 15, наверное, или 20 разных вот таких вот динозавров. Вот такая вот машинка с Германии, которая нам пришла. Ваня тут уже ее гоняет по полной, по квартире. Да. Вот такие вот, видите, животные, динозаврики всякие. Ну, вот красивые. Ваня их тут играл с ними. Видите, какие качественные, хорошие, плотные. Вот, видите, прямо классные. Но они дорогие, конечно. Я Илью за это отругала, то, что он такие дорогие подарки набрал. Света, принеси возле печки утюг, который он мне подарил. Хорошо? Да, не нашел, да. Ну, ладно, потом найдет и покажет. Пусть Маша принесет лего свою, покажет. Или потом... Ну ладно, сейчас покажем, какие остальные подарки подарили. Да. Так, а вот такой вот утюг мне подарил сынуля вместе с дочерью, уже можно так сказать. А вот ножик светать. На. Вот здесь. Прорезай аккуратно и с другой стороны. Что за холодильник? Колбаса, так, конечно. Доставай, дочь. Ого, какой он мощный, смотри, он, наверное, дорогой. Но Илья чек, конечно, не приложил, засранец. Убрал, говорит, чтобы ты цену не знала. Ну, вот такой вот мне сынуля подарил утюг. Тут пар, видите, струя такой, так что будем. Надо еще гладильную доску купить, да? А, тут вода даже как, нифига себе, вода так заливается, да? Да, это баночки подарили. Тут документы к нему, тут еще прилагается вот такой вот стаканчик. Держи. Надо еще красивую доску к нему, да, купить. Вообще будет классно. Надо Машу попросить, чтобы она показала какие игрушки. Ну ладно, потом покажем. Там Ильюша еще для Марины куклу большую подарил. Ваня, домик, смотрите. Домик. Домик, да. Домик я фотографию уже выставляла. Ну ладно, вот такие вот у нас подарочки были. Потом остальные постепенно вам все покажем. Смотрите, кто у меня на плече. Да, Ксюша. Смотрите, какая красавица у нас Ксюша. Да? Мы клетку открыли, она везде у нас ходит. Да, Ксюша? Ой-ой-ой. Да, да, да. Марина, нельзя так. Она еще, не дай бог, маму укусит. И что я тогда делать буду? Видите, какая она у нас красавица? Она кусучая. Марина, нельзя. Она мне вот палец уже укусила. Ну ничего, мы потихоньку... Мы потихоньку ее начинаем выпускать. У нее клетка всегда открытая, она выходит, да, Ксюша? Мама, начали я же нас опускать. Да. А вот это вот светится на потолке, это я детям шар подарила. Такой светящийся. Катя, убери ноги свои.
Я бы так не сказал. Ксюша. Какой шалф? Смотрите, какая красавая. Ксюша, привет. Скажи привет. Скажи привет. Ксюша, скажи привет. Да? Привет, Ксюша. Ксюша хорошая. Да, Ксюша? Да, и ты у меня тоже хорошая. И Ксюша хорошая. Постепенно она к нам привыкнет. Да, ведь, ребята? Вот такая вот у нас Ксюша.